Одинцовские госавтоинспекторы совместно с представителями военной автоинспекции провели урок по правилам дорожного движения с юными посетителями Международного военно-технического форума «Армия-2021» в парке «Патриот». Ребятам и их родителям напомнили о сложных дорожных ситуациях, о необходимости использования ремней безопасности и световозвращающих элементов на одежде. В ходе урока взрослым и детям предложили побывать и в роли пешеходов, и в роли водителей. Все участники урока получили в подарок световозвращающие брелоки.